хет-трик. Одно очко в двух матчах. Такой результат двух стартовых игр Пепе Меле как тренера ВБА. Особенно печалит испанца последняя игра. Упущенная со счета 2-0 победа в дерби с Астон Виллой и потеря Николя Анелька из-за травмы колена. Что касается Ливерпуля, то он едет в гости к ВБА на подъеме после разгромной победы в дерби. Этот результат и победа 4-1 над Вестбромом в первом круге – обычное дело для Ливерпуля в этом сезоне на своем поле. Но из топ-8 Ливерпуль хуже всех играет в гостях. И в этом нужно прибавлять, если они хотят попасть в первую четверку по итогам чемпионата. Говорит Коло Туре, сейчас важно каждое очко, абсолютно каждое, потому что мы приближаемся к концовке сезона. Чем больше выигрываешь, тем больше уверенности приобретаешь. Следующая игра с Вестбромом будет очень сложной. В этой лиге вообще не бывает простых матчей. И уже сейчас мы вовсю работаем, чтобы подойти к этой игре в абсолютно лучшей форме.